Так, всем привет, ребята, все любители Хардстоуна. Сегодня у нас покупка появилась в магазинчике. Прикольное предложение. Покупка пакета Сквернософия. Вот это 20 карт плюс 2 легендарки из дополнения Некроситет. Случайные, две случайные легендарки. Это очень круто. Потому что мне, например, легендарок после последнего открытия выпало всего... сколько у меня там, 4 штуки, вообще очень мало, вот, поэтому здесь будет вообще класс, то есть за 1099 получаете 20 карт плюс 2 легендарки, для сравнения, если покупать обычные, это стоимость 15, да, то есть это выгода плюс 5 и плюс 5 комплектов, да, и плюс еще гарантированно 2 легендарки, то есть реально очень крутая штука, покупаю с карты All Games, оплачиваю. Тоже, кто не оформлял по ссылке в описании, оформляйте. То есть можно будет баллами все это покомпенсировать. Так, ну что, давайте тогда сразу откроем. Посмотрим, что у нас тут. Выпадет. Так, ну здесь пока ничего интересного. Так, еще одна редкая карта. Ну, короче. О, золотая. Золотая обычная, редкая. Ну, давайте, легендарочка мне выпадет сегодня. Редкие, которые у меня уже были. На распыление. Так, интересно. О! Эпическая карта! Так, эпическая. О! Череп Гул'дана золотой. Это круто. Так. Не. Ну прикольная, золотая. Блин, это куча повторов, конечно. Выпадает. Ну давай. Блин, ну что? О! Алар. Вот это круто. Ну, элементаль. Ну. Ну так, то есть норм, в принципе. Я не знаю, конечно, как он пригодится мне. Ну прикольно, хоть одна получается легендарка последнего комплекта. О, золотая редкая карта. Нормально. Золотая обычная карта. Это обычная редкая. Так. О! Нормально. На разбойника чисто распылить. Чисто распылить нахер. Ну, просто разбойником я не играю. Ну, что-то в этих вообще нормально. Вот Санёк уже активировался. Только мне легендарок выпало. Так, ну что, из пяти может еще что-нибудь выпадет? Конец, ну это уже все было. О, эпическая карта. Эпик. Так, ну, тоже особо не играл я этой картой. Отлично! Золотая эпическая, офигеть. Гайкалибур, офигеть. Вот это прикольно на воина. Гайкалибур. Золотая. Считайте, как легендарная. Так. Ну, блин. Ну, давай, последняя. Ну, заяц. Так, а что мне там выпало эти? Какие мне выпали? Так.
Во-первых, надо сейчас... О, 715 пыли. Так, это все лишнее. Так, давайте посмотрим, какая тут мне легендарка-то выпала. Там же две легендарки еще. Или они потом дадутся. Так, вот череп. Думаю, можно распылить, мне он нафиг не нужен. Так. Кстати, это тоже можно, ну ладно. Так, здесь... Так, паладин. Так. Так, манускрипт надежды. Так, а где две легендарки-то, которые... Которые они когда дадутся-то... Вот это интересно мне. Нет, это не новое точно. Это мне тогда выпало еще с тех комплектов, блин. Так. Так, а это откуда? Спаситель Дума. Ну вот это я распылю нафиг, потому что я играть не буду этим. Не буду им я играть. Так. Потом еще, кстати, распылить можно вот это. Так, дальше шаман. Ого. Так, кару. Ого, уже на легендарку наскреб. Какую-нибудь, которая мне нужна будет. Блин, легендарок столько крафтить, кстати, придется вообще, пипец. Так, ну и что тут? Вот, сколько его распыли, блин, 400. 400... Ну, блин, не знаю, мне нужна будет пыль в любом случае, так что, наверное, надо пылить ее, нафиг. Бомфаром я не играю. Да, распылю ее. Ну, прикольно, 400 пыли. Это... Так, я не понял, где... Так, ну вот эту можно... Вот это можно оставить, она обычная, золотая. Во, вот это что у нас? Превращает все неклассовые карты в карты вашего класса. Ну, знаете, с драконов. Так, я не понял, короче, где... А, вот он. Алар. Ну, не знаю, Алар... Пылить, не пылить его. Ну, типа, наверное, оставлю. Мало ли пригодится там. Может быть, заиграет в новом дополнении Алар какой-нибудь на элементалях. Может быть, что-нибудь маг тот же. Все, блин, а где... Где... Где этот самый... Не крафтит, блин. Чё? Блин. Где, короче? Я так понимаю, что их дадут... Их дадут... Уже после выхода, я так понимаю. Как и ту золотую легендарку, которая за комплекты, за покупку. Вот. То есть, я так понимаю, что пока их не дали. Хотя жалко. Странно, почему не дали. Могли бы и дать, на самом деле. Я бы глянул, что там. Ну ладно, на этом видео буду заканчивать. То есть, прикольное приобретение. То есть, 700 там пыли, по-моему, было, да? Плюс распылил. То есть, видите, сразу мне 2400 стало. Пару золотых распылил. Ну вот, нормально, то есть на одну целую легендарку. На одну целую легендарку хватит купить. То есть и в итоге, после выхода дополнения, две легендарки, 100% некраситет должны дать, и одну золотую легендарку по предзаказу. То есть нормально. То есть как минимум три легендарки. Может быть, меньше крафтить хотя бы. Может быть, что-то нужное будет. Вот, на этом видео буду заканчивать свое. Все, все подписывайтесь на канал, оформляйте обязательно карту.
Ссылка будет в описании. И экономьте на покупках. Все, всем пока.